Дорогие друзья, начинаем нашу конференцию, и у меня такое ощущение, что я вернулась в 17-й год. Вот точно так мы собирались здесь, в этом зале, точно так готовились с трепетом, чтобы все, что вы услышали, чтобы оно запомнилось, чтобы сохранилось, чтобы вы получили такой заряд энергии, чтобы вы получили такие знания, с которыми бы целый год могли бы успешно шагать, успешно лечить наших пациентов, чувствовать себя свободно. Эта конференция не совсем типичная для конференций, которые проходят в Украине. Здесь собралась публика исключительно неврологическая. И вопросы, которые мы будем поднимать, касаются исключительно неврологов с небольшим интересом психиатров и, я думаю, что таким весомым интересом генетиков. Еще эта конференция знаменательна тем, что она проходит в год и посвящена на этой дате образованию Национальной академии последипломного образования, где я проработала и продолжаю работать уже 30 лет. И в которой мой учитель проработал всю свою жизнь. И еще она отличается от других конференций тем, что на ее проведение мы получили добро очень солидного, очень весомого, уважаемого товариства, такой организации, как Parkinson and International Parkinson and Movement Disorders Society. Общество болезней Паркинсона и двигательных расстройств. И в рамках этой программы, в рамках Ambassador Program от Movement Disorders, мы пригласили двух известных лекторов. Это профессор Эндрю Лис, о котором вы знаете. Это человек, книга которого в 1989 году стала бестселлером. Да, как говорит Сергей Романович, она стала бестселлером, у многих неврологов она есть. И в 2018 году у нас будет возможность познакомиться с его только вот написанной новой книгой. Удача заполучить такого гостя, она... Ну, я до сих пор не верю этой радости, этой привилегии, вот, но Международное общество болезни Паркинсона и двигательных расстройств нам такую радость предоставило. И еще один докладчик – это Олег Семенович Левин, которого вы тоже знаете, книги которого мы читаем, правда, и знаем тоже очень-очень хорошо. Среди наших докладчиков – наши американские генетики, с которыми вы познакомились в прошлом году. В общем, у меня такое впечатление, что это дежавю. Мне даже кажется, что программа построена так же, как в прошлом году. Поэтому я объявляю нашу конференцию открытой и передаю слово с большим удовольствием и благодарностью проректора по научной работе нашей академии Наталью Олеговну Савичук. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, сегодня для неврологической общественности действительно большой праздник. Татьяна Николаевна так подробно рассказала о том, каков будет сценарий этого праздника. Прежде всего, я хочу передать вам поздравления с началом работы конференции от руководства нашей академии, от нашего ректора, академика Вороненко Юрия Васильевича. Пожелать успехов в работе этой конференции и продолжения, потому что конференция вторая, мы вот в самом начале хочется пожелать, чтобы она стала такой традиционной конференцией, которая собирает узкий круг друзей, которые хотят поделиться информацией, которые хотят узнать что-то новое. Совершенно замечательная программа конференции. Я, конечно, тоже с большим
большим вот воодушевлением и удивлением узнала, какой спектр приглашенных гостей. И не только зарубежных гостей, а совершенно замечательный спектр лекторов, который говорит о том, что конференция интересна не только городу Киеву, а многим-многим коллегам, которые занимаются преподавательской деятельностью, и научной деятельностью. Соорганизатором этой конференции является также Харьковский национальный медицинский университет, что тоже чрезвычайно приятно. Дорогие коллеги, дорогие друзья, я хочу вам пожелать получить максимум из тех надежд, из тех вот чаяний, которые вы полагали на эту конференцию, чтобы все сложилось, чтобы пришли новые знания, чтобы пришли новые знакомства, и чтобы ваше вот это сообщество неврологов, оно получило дальнейшие возможности для развития. Удачи вам и весеннего настроения, потому что самым большим подарком сегодня является действительно приход весны. Всего доброго, хорошей вам работы конференции. Спасибо. Спасибо. Дорогие коллеги, я прошу нашу неврологическую легенду, гуру неврологии, учителя всех нас, Юрия Ивановича Головченко, уже открыть по-настоящему. Заносит немножко ученицу. Ну, слова приятные, что же я против буду выступать. Уважаемые коллеги, перед тем, как вам что-нибудь пожелать, а я должен буду это сделать в конце, хотелось бы несколько слов сказать о удивительном явлении. Начинается какой-то ренессанс неврологии, несмотря на то, что мы сейчас переживаем. Мы сейчас находимся в такой глубокой стадии реформирования, что ни попадя реформируем, и наконец добрались до реформирования медицины. Я думаю, что эти трудности временные, я думаю, что мы переживем и эту реформацию. Но вот удивительная вещь, несмотря на эти трудности, что произошло, я не знаю. У нас на Украине работает 3 специализированных совета сейчас по защите диссертации. Ежегодно до 50, раньше это были кандидаты, теперь докторов философии на Украине появляется и десятка-полтора докторов медицины. У нас сейчас на Украине такого никогда не было, по-моему, 8 или 9 только узкоспециализированных журналов неврологических. Я не считаю те издания каждого выше, там свои есть издания. Ну и, наконец, вот у меня такое впечатление складывается, что конференции по неврологии не проводятся только при ЖЭКах, поскольку их такое огромное количество, и вот мы вспоминаем первые конференции, первые съезды, харьковские съезды, потом пленумы. У нас были встречи неврологических обществ, да и все. И вот я начинаю перечислять. Ну, конечно же, когда-то назовут это кузнецовские чтения, которые проходили в Судаке, потом в Трусковце, в Одессе. Мы начинаем вспоминать конференции Ларисы Ивановны Соколовой, которые проводятся здесь, Виктории Анатольевны Гриб, у Михаила Ороса, да огромное количество. У меня вот неделю курсанты не ходят на занятия, они посещают только конференции. Возникает вопрос, а еще нужна одна конференция? Вот сегодняшняя, вторая конференция. Вы проголосовали сами, ногами проголосовали за то, что эта конференция имеет право быть. Поэтому Татьяне Николаевне, как энтузиасту, которая занималась основной организацией этой работы, я ей сочувствую, мне приятно, там меня назвали спивголовою, а работала-то Татьяна Николаевна, а я тут поголовую, да и пойду немножко, да. Мне хотелось бы пожелать этой конференции вот вашего внимания, и чтобы она после второго раза становилась уже традиционной. После второго раза, третий раз, это уже традиция, устойчивая традиция. Ну и последнее, я об этом уже говорил. Вот смотрите, сколько фирм участвовали в подготовке конференции, да?
сколько докладчиков будет выступать не на этой конференции, на тех прошлых конференциях, когда мы видим, кто их привез, да, фирмы, чему посвящены. Ну вот удивительная вещь. Я с большим поклоном обращаюсь к этим фирмам. Если бы не они, мы бы так дураками и остались. Как много они сделали для того, чтобы мы посмотрели мир, чтобы нас повозили, мы посмотрели, что такое неврология не только наша, но и зарубежная. Мы пришли к выводу, что не такие уж мы и глупые, соответствуем тому, что есть на Западе. Но вот этот поклон фирмам, которые участвовали, поклон несомненный, поклон вот за то, что они нас, кроме того, что выполняют, в общем, меркантильные, неизменные цели, продать-то больше, а кроме того, еще и обучают нас. Ну и последнее, пожелать вам, чтобы у вас был интерес сохранился к этой конференции, чтобы на 5-й, 6-й конференции я все еще выступал перед вами. Спасибо.